Здравствуйте, с вами Макс, и сегодня мы сделаем обзорчик техники. Нет, не этой техники, вот этой техники. Это у нас Yamaha V-Star. Очень хороший мотоцикл. Это, на мой взгляд, это лично мой опыт, потому что это лично мой мотоцикл. Данная техника является скорозером. Объемчик у него 650 кубов. Собран подразделением американским от фирмы Yamaha, поэтому называется V-Star, а не Dragstar. В данном мотоцикле 2 цилиндра, 40 лошадей, крутящий момент 52 ньютон-метра, что в принципе очень хорошо, потому что хватает прямо с самых низов. Мотоцикл очень такой бодренький. Его нельзя назвать часоточкой и нельзя назвать литром, но все-таки его плюс в том, что он экономичный. Он довольно-таки комфортный в своем классе. Самое главное, еще внешне очень красивый. Что я могу сказать из недостатков данного аппарата? На мой взгляд, его тяжесть 230 кг. Может быть, чуть больше, это зависит от того, сколько бензина в баке и так далее. Сколько в сумках у нас вещей лежит. Особо минусов-то я больше и не вижу. Хотя задний барабанный тормоз очень слабоват. Его бы, конечно, сделать более чутким, но тогда начинает блокировать колесо. На более новых моделях стоит дисковый тормоз. И это добавляет большей уверенности в управлении сим аппаратом. Вот. Что еще можно сказать об этой технике? Он очень надежный. Это, на мой взгляд, и лично из моего опыта. За два сезона управления данной техникой, учитывая то, что ее год 97-й, 1997, не подводил ни разу. Слышно, конечно, бряканье клапанов, но это регулируется перед началом сезона и, возможно, во время сезона. У нас сейчас данный аккомпанемент, возможно, вы слышите, не слышите. У нас соседи музыканты, поэтому и нам подыгрывают, можно сказать. Музыка за кадром. Сами не зная об этом. Ну что, у него очень удобное сиденье. Мне, по крайней мере, очень нравится. Мягкое, разваливаешься, как в кресле. Посадочка такая приятненькая. Спина прямая. Даже маленечко назад. Руки широко, высоко. Так что не устают и не затекают. Учитывая то, что мотор воздушного охлаждения, многие боятся, что он перегревается. Но скажу опять же, в жару, по пробкам, ездил на дачу, то есть там постоянно первая, вторая, проблем с этим не было. Перегрев, я имею в виду. Да, конечно, темнеет, выхлопная система темнеет, но это все справляется элементарной полировочкой, пастой Гоя и Вора. Передние тормоза, на мой взгляд, очень надежные, информативные. Но при возможности, если вы покупаете такой аппарат, при возможности сразу меняйте тормозной шланг на армированный. Тогда будет еще более комфортно ездить и тормозить на этом аппарате. У этого мотоцикла два карбюратора. Многие скажут, что это проблемно. Потому что нужно постоянно синхронизировать их, да и чистить в два раза больше, чем один, например, да? Но я скажу так, что у меня проблем с этим не возникало, да и у вас не возникло, если решите купить такой агрегат. Потому что очень много информации и на ютубе, и в интернете. Так что я считаю, это не недостаток. Задняя подвеска с моноамортизатором. И сделана под хардтейл, то есть жесткой рамой. Возможно, это плюс, возможно, минус. Это личное дело каждого, что выбрать. Мне нравится такой вид. Ничего лишнего. Все очень красиво. Вот. В целом, мотоцикл очень хороший. Ну что, всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нам с женой будет очень приятно. И пишите в комментариях свое мнение. Ругайте нас, хвалите нас.
Но мы будем для вас больше делать обзоров, больше видео, больше интересного. Всем пока!